А теперь, внимание, вопрос. Какой подарок на 8 марта женщине самый лучший? Думаю, что мужчины, которые подарили своим дамам билет на юбилейное шоу Ильи Авербуха, точно не прогадали. Мой коллега Антон Болзовский был одним из этих мужчин, а заодно и сам убедился, что 15 лет для супершоу на льду только начало. То, что Илья Авербух умеет удивлять, ни для кого не секрет. За 15 лет своей уже творческой карьеры он это доказывал не раз. И дело тут не в огромном количестве звезд мирового масштаба фигурного катания, хотя и в этом тоже, но и в том, что каждое его новое представление никогда не похоже на предыдущее. И то, что шоу держится уже полтора десятка лет и по-прежнему востребовано зрителям, и есть главная оценка его творчества и работы всей команды. Это значит огромный-огромный путь, который мы проделали вместе, и по прошествии именно этих 15 лет, действительно, оглядываясь назад, понимаешь, как сложно это было все начинать, и как удивительно, что, в общем-то, так долго мы существуем, учитывая, что фигурное катание развивается семимильными шагами, и появляются новые звезды, вот. Поэтому для меня лично это оценка пройденного пути, достаточно очень долгого и творческого, и прекрасного. И действительно, глядя на то, что происходило в этот вечер на льду Ледового дворца Ice Palace в Краснодаре, все прекрасно понимали, почему юбилейная программа называется «15 лет успеха». Лучшие номера звездных фигуристов с мировыми именами сменяли новые постановки и новые имена в фигурном катании, среди которых был и представитель краснодарской школы. Но когда на лед вышел Алексей Ягудин, казалось, что зал просто лопнет от восторга. После всего увиденного, главные зрители этого шоу, которыми по определению 8 марта были, разумеется, женщины, не скупились в своих эмоциях. В восторге, здорово. Мы не первый раз ходим, нам очень все это нравится. Великолепное шоу, прекрасные артисты. На очень высоком уровне. Мы очень рады, что сюда попали. Сам же тур только начинает набирать обороты. Впереди еще около 30 городов. Но один вывод можно сделать прямо сейчас. Представление Ильи Авербуха – это тот самый случай, когда хочется пропеть знаменитые слова. Шоу должно продолжаться. И неважно, сколько ему исполнилось лет. Антон Болзовский, Артем Статюха, телекомпания «Краснодар».